Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import, и вы находитесь на канале Первый видео авторынок. Кстати, если вы еще не являетесь подписчиком нашего канала, советуем подписаться. Ведь на нашем канале вы можете найти большое количество интересного и полезного материала о том, что касается выбора подержанного автомобиля. Причем не только обзоры в формате тест-драйвов, но и обзоры технического плана, где мы детально разбираем особенности тех или иных автомобилей, рассматривая их снизу, на подъемнике. Ну а герой нашего сегодняшнего обзора из серии «На что обращать внимание при покупке подержанного автомобиля» – это довольно свежий кроссовер, который за свою недолгую конвейерную жизнь успел добраться только до первого рестайлинга. Если вы смотрите относительно свежие автомобили и при этом вам нужна машина простая по конструкции, вы наверняка не обойдете этот автомобиль своим вниманием при выборе. Встречайте, Renault Captur. Из всех автомобилей, про которые мы когда-либо говорили в рамках нашего формата обзоров на канале, это самый молодой. Эти автомобили начали конвейерную жизнь в 2016 году. И в 2021 Каптюру был сделан рестайлинг. Модель действительно очень недавно выпускается, но тем не менее уже успела разойтись приличным тиражом. А это значит, что на вторичном рынке выбор будет. Renault Captur для российского рынка, по сути, представляет собой автомобиль, построенный на реношной ниссановской платформе B0. На этой же платформе создан Renault Duster, к примеру. И с европейской версией Captur, которая пишется с буквой C в начале, этот автомобиль имеет мало общего, поскольку европеец более легковой, чуть более компактный, построен вообще на платформе Renault Clio. Соответственно, на российский рынок эти автомобили поставлялись с двумя основными вариантами силовых агрегатов. Бензиновые двигатели объемом 1,6 литра мощностью 114 лошадиных сил, 2-литровый агрегат на 143 лошадиные силы. Коробки передач могли быть механическими, вариаторными, либо автоматическими, ну а привод, соответственно, передним, либо полным. Версии с 1,6 по умолчанию комплектовались либо пятиступенчатой механикой, либо вариаторной трансмиссией. Ну а привод у 1,6 варианта мог быть только передний. В нашем случае автомобиль 2016 года выпуска, 2 литра под капотом, обычный классический гидромеханический автомат и полный привод. По традиции скажем пару слов про кузов автомобиля, про то, насколько хорошо он сопротивляется нашим дорожным реагентам, а также про толщину и качество красочного покрытия. Как уже было сказано в начале, самый старый Каптюр в 2022 году едва успел разменять 6-летнюю отметку, поэтому говорить о какой-то коррозии всерьез пока еще не приходится. Да и с качеством железа и покраски у этих автомобилей все обстоит очень и очень даже неплохо. По крайней мере, из нашего опыта ржавых Renault Captur мы пока не видели. Вполне возможно, что если вы подождете 5-7 лет, то какие-то выводы относительно коррозионной стойкости данных кузовов можно будет делать. Но пока предпосылок к этому немного. Так что при покупке подобного автомобиля в первую очередь уделяйте внимание его безаварийному прошлому. И постарайтесь не прикупить себе автомобиль с восстановленной после серьезного ДТП геометрией. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, то из нашей практики окрас Renault Captur может незначительно отличаться от экземпляра к экземпляру, в зависимости от выбора цвета и схемы окраски. Однако в среднем толщина ЛКП на этих автомобилях несколько превышает привычные для нас 90-140 микрон, которые можно видеть на большинстве, например, японских или корейских авто. Толщина лакокрасочного покрытия Captur обычно лежит в диапазоне от 130 до 170-180 микрон. И в этом случае лучше полагаться не на абсолютные значения цифр, а на величину разброса показаний. Соответственно, при осмотре подобного автомобиля с толщиномером обойдите всю машину и обязательно зафиксируйте минимальное и максимальное показания прибора на каждом кузовном элементе. Те кузовные элементы, которые будут сильно выбиваться из общей картины, и нужно будет осмотреть более пристально. Не забывайте также при этом проверять проемы. Если весь автомобиль имеет утолщенный слой окраса с завода, то и на проемах краска также будет равномерно толще. Если с кузовом все более или менее понятно, и максимум, что может огорчить владельца Renault Captur, это облезающий от дорожных реагентов хром на, соответственно, хромированных деталях экстерьера, то по салону здесь все еще однозначнее. Говорить, по большому счету, здесь не о чем. Эти автомобили достаточно свежие и достаточно просты по части электрики, чтобы не сулить каких-либо головных болей своим будущим владельцам в том, что касается бортового электрооборудования.
Дизайн салона автомобиля, на наш взгляд, смотрится куда интереснее, чем у того же соплатформенного Duster. Можно сказать, что здесь присутствует некая нотка элегантности. Хотя в том, что касается выбора материалов, это все тот же Renault Duster с достаточно жестким пластиком. Но к качеству изготовления самого салона, в общем-то, каких-либо претензий предъявить сложно. Единственное, что на этом фоне обращает на себя внимание в Captur, это некоторые эргономические странности. И если, например, к такому решению, как управление магнитолой на подрулевом джойстике, владельцы французских автомобилей более или менее привыкли, то вот зачем нужно было прятать шайбу переключения режимов полного привода за предполагаемый подстаканник в центральный тоннель или размещать клавишу активации круиз-контроля либо ограничителя скорости под стояночным тормозом, нам лично непонятно. Однако работает это все, как правило, безукоризненно. Так вот, ваша задача при осмотре подержанного Captur убедиться в том, что все, что есть в этом салоне, функционирует исправно. Если говорить про силовые установки, то под капотом Renault Captur может быть два варианта двигателей. Если вы готовы остановиться на переднеприводном варианте и хотите поэкономичнее, то вы купите этот автомобиль с двигателем 1,6 литра на 114 лошадиных сил. Это двигатель, который носит по реношной классификации индекс H4M, он же HR16DE, если говорить про классификацию Nissan. Соответственно, под капотом мы имеем всю ту же старую проверенную временем рядную четверку с алюминиевым блоком цилиндров, с сцепным приводом ГРМ, ресурс которой около 200-250 тысяч километров до появления первых вопросов. Двигатель имеет изменяемые фазы газораспределения, но фазовращатель особо не греет голову и не имеет гидрокомпенсаторов зазоров клапанов. Соответственно, зазоры эти должны выставляться подбором толкателей раз в 90 тысяч километров пробега, ну или по симптоматике. Что касается проблем двигателя H4M, то двигатель это достаточно простой, и проблемы у него тоже простые. В основном они связаны либо с шумом со стороны навесного оборудования, роликов, подшипников, либо самого приводного ремня. Прогорает прокладка приемной трубы, но это случается, как правило, на машинах возрастных и на больших пробегах. Деталь эта недорогая, меняется несложно. Ну и при эксплуатации H4M особое внимание следует уделять исправности системы зажигания, то есть вовремя менять свечи. Вовремя это желательно раз в 30 тысяч километров пробега, в зависимости от качества топлива в том регионе, где вы эксплуатируете свой автомобиль. Что касается расхода масла на угар, то исправный H4M, как правило, подъедать масло особо не склонен, но может начать это делать после хорошего перегрева. Так что за системой охлаждения и ее исправностью при эксплуатации машины с таким мотором обязательно нужно внимательно следить. Двигатель 1,6 литра является очень неплохим вариантом с точки зрения ресурса эксплуатации и при должном уходе способен отбегать далеко за 400 тысяч километров пробега. Но если вы полагаете, что столь малообъемного двигателя для тяжелого кроссовера будет маловато, особенно в условиях езды по трассе, да еще с полной загрузкой, ваш выбор сведется к покупке такого автомобиля с 2-литровым бензиновым агрегатом. Этот двигатель носит маркировку F4R. Это также рядная четверка, только блок цилиндров в данном случае выполнен уже не из алюминия, а из чугуна, что обуславливает ремонтопригодность данного агрегата. Привод ГРМ, в отличие от мотора 1.6, здесь ременный, и регламент замены ремня, по заверениям производителя, около 90 тысяч километров. Однако этой процедурой мы рекомендуем озаботиться несколько заранее, особенно если ремень предварительно был поменен на дубликатную запчасть. Из элементов, усложняющих конструкцию мотора, здесь можно отметить систему изменения фаз газораспределения. Так вот, фазовращатель может подкинуть сюрприз. Где-то раз в 60-80 тысяч километров пробега он может возвестить о своей скорой кончине и необходимости замены характерным дизелением на прогретом моторе. Так что при покупке подобного варианта прислушивайтесь, дабы после приобретения нового автомобиля не браться менять муфты. Условно VVT-i. Также из прочего, эти двигатели периодически подкидывают вопросы в виде сбоящих катушек зажигания, но это происходит и на любых других моторах, за этим нужно следить. Так же, как и на 1.6, F4R любит своевременную замену свечей зажигания. А вопросы, например, плавающих оборотов вполне могут решиться банальной чисткой дроссельной заслонки.
Что касается ресурса данного двигателя, он также очень немаленький. Около 300 тысяч километров пробега способен выходить этот агрегат при должном обслуживании. Главное, помните, используйте качественное моторное масло и сократите дилерский регламент его замены, желательно вдвое, с 15 до 7-8 тысяч километров пробега. Что касается расхода масла на угар, F4R по нормам производителя способен расходовать около 0,5 литра на 1000 километров пробега. Однако на практике это все же явно много. И если пробег вашего автомобиля еще не достиг 100 или более тысяч километров и двигатель не подвергался перегреву, то, скорее всего, с расходом масла на угар все у вас будет обстоять благополучно. Что касается динамических характеристик, то двухлитровый 143-сильный агрегат, конечно, таскает тот же самый вес Каптюра значительно веселее. Хотя этот автомобиль все еще далек от показателей спорткаров. Разгон до сотни на автоматической трансмиссии у этого автомобиля занимает чуть больше 11 секунд. Поэтому, если во главу угла вы ставите все же абсолютные цифры динамики, а не надежность и неприхотливость, то, скорее всего, вам стоит посмотреть в сторону других кроссоверов. Кстати, о разнице в расходе топлива. За счет того, что с двухлитровым двигателем агрегатируется классический гидромеханический автомат, расход топлива у такого автомобиля в городском цикле может достигать отметки в 14 литров. Ну а зимой с прогревами и стоя в пробках и того больше. Что касается коробок передач, на Renault Captur могла останавливаться 5- и 6-ступенчатая механическая коробка. Пятиступка шла на моторы 1.6, а шестиступка, соответственно, на двушку. По самой коробке больших вопросов особо нету. Ресурс компонентов сцепления в среднем около 100-150 тысяч километров в зависимости от стиля эксплуатации и от того, насколько часто вы выезжаете на своем паркетнике на бездорожье. Единственный момент, который стоит иметь в виду, на Renault Captur производитель применяет выжимной подшипник, совмещенный в единый узел с рабочим цилиндром сцепления. И вот ресурс этого компонента на автомобилях ранних партий был весьма неоднозначен. Некоторые собственники исхитрялись поменять его на пробегах еще до 80 тысяч. Так что при осмотре подобного автомобиля с механикой рекомендуем на тест-драйве выключить радио и внимательно прислушаться к звукам от работы самой КПП и к тому, чтобы не было шума выжимного подшипника. Что касается автоматической трансмиссии, как в нашем случае, которая устанавливалась на автомобиле с двигателем 2 литра, это реношная коробка DP0, которая к моменту, когда добралась на конвейере до Renault Captur, по большому счету уже изжила все свои изначальные детские заболевания. Это четырехступенчатый автомат, достаточно нерасторопный, если говорить про спортивную езду, но достаточно выносливый и надежный, при условии, что вы будете вовремя менять в нем масло. А менять масло в этой коробке желательно не реже, чем раз в 60 тысяч километров пробега. Хотя сам производитель уверяет, что оно залито туда на весь срок службы автомобиля. Ну, в общем-то, так оно и есть, если считать всем сроком службы автомобиля гарантийный срок от производителя. При условии регулярного ухода, то есть смены масла, фильтров, при условии того, что на Каптюре у нас установлена трансмиссия с усовершенствованным гидроблоком, гидротрансформатором и с нормальным охлаждением, по большому счету ресурс подобной коробки может составить около 200 тысяч километров пробега, а может быть больше. Что касается вариаторной трансмиссии, то с ней вы можете столкнуться только на переднеприводных Каптюрах с мотором 1,6 литра. Эта трансмиссия все от того же японского производителя JATCO. И по большому счету, если в этом вариаторе вы будете менять рабочую жидкость с фильтрами раз в 40 тысяч километров пробега и при этом не перегревать коробку, а также беречь ее от возможных внедорожных ударных нагрузок и так далее, этот вариатор проходит достаточно долго. Вкупе с мотором 1,6 литра, который не отличается ни огромными мощностными показателями, ни огромным крутящим моментом, эта коробка способна вполне счастливо прожить практически весь ресурс службы вашей цепи ГРМ, то есть около 200-250 тысяч километров пробега. Но этот срок можно изрядно подсократить, если постараться. Про коробки передач сказали, про систему полного привода Renault Captur. Здесь все точно так же, как и на Renault Duster. Есть муфта, которая управляет подключением задней оси. Вы можете принудительно оставить автомобиль в режиме переднего привода.
режиме авто, когда задняя ось подключится в работу по требованию, либо в режиме лок, блокировка, когда изначально крутящий момент будет распределяться между осями в пропорции пополам. В данном случае по работе самой муфты полного привода вопросов и нареканий, как правило, нет. Этот узел работает исправно и преждевременным выходом из строя владельцев каптюров не огорчает. Так что при покупке подержанного экземпляра обращайте внимание по большому счету на состояние кардана, а именно на отсутствие люфтов в крестовинах и на то, чтобы у вас был в порядке подвесной подшипник. Что касается, кстати, различий в типах привода, у передней и полноприводного каптюра разная задняя подвеска. В данном случае у нас 4 ВД и сзади многорычажка. В случае, если вы покупаете автомобиль с передним приводом, задняя подвеска будет намного проще. По большому счету там будет балка. Поэтому сайлентблоков и резинок, которые могут потенциально выходить из строя, у переднеприводного каптюра, конечно, меньше. Кстати, ресурс всего этого хозяйства порядка 100 с копеечкой тысяч километров пробега, после чего могут попроситься на замену отдельные резиновые элементы. И такие вещи, как, например, стойки заднего стабилизатора, которые возвестят о своей кончине характерными стуками сзади. И если компоненты задней подвески автомобиля, такие как амортизаторы, ступичные подшипники и так далее, в основном могут попроситься на замену после пробега в 100 тысяч километров, то спереди кое-что может подвести раньше. Например, стойки и втулки стабилизатора, которые являются по традиции самыми слабыми звеньями во всей ходовой части автомобиля. Стойки и втулки стабилизатора потребуют замены где-то в диапазоне от 30 до 50 тысяч километров пробега, что вполне приемлемо по легковым меркам, поскольку детали это недорогие. Шаровые опоры спереди и передние амортизаторы выхаживают побольше, порядка 120-130 тысяч километров пробега. Опять же, это все усредненные цифры. Кто-то убьет машину и до пробега в сотку и заедет на полный ремонт ходовой части, а кто-то будет кататься по дорогам с относительно качественным покрытием и не поймет, о чем мы говорим, даже на пробеге в 150-160 тысяч километров. Поэтому в каждом конкретном случае смотрите экземпляр внимательно. Однако ничего особо дорогостоящего или сложного в подвеске каптюра нет. Помните, по своим компонентам это тот же самый Renault Duster. Кстати, подвеска каптюра, так же как и дастера, вполне себе энергоемкая и для езды по направлениям, которые в некоторых регионах нашей страны заменяют автомобильные дороги, в общем-то, очень даже подходит. Что касается самого дорогого узла любой ходовки, а именно рулевой рейки, то у Renault Captur их было две разновидности. На двухлитровых машинах устанавливалась рейка с гидравлическим усилителем рулевого управления. Соответственно, при покупке такого автомобиля вы должны убедиться, как в общем-то и всегда, что рейка не бежит, не течет и не стучит, дабы не ехать после покупки и не заниматься ее переборкой, либо заменой. Кстати, она стоит относительно недорого на эту машину. Из особенностей гидроусилителя на Renault Captur можно отметить, что в крайних положениях руль может слегка вибрировать, то есть вы упираете его в край и на, ну, в общем-то, новой машине чувствуете отчетливый зуд на руле, сопровождаемый иногда соответствующим звуком. Так вот, данная проблема скорее является не проблемой, а особенностью автомобиля. И если в общем-то в остальных положениях, кроме крайних, руль крутится нормально и утечек рабочей жидкости нет, а также рейка не стучит по показаниям к замене, это считать сложно. Если же мы говорим про двигатель 1.6, то там стояла электрогидрорейка, то есть электрогидравлический усилитель рулевого управления. В данном случае рейка также имеет рабочую жидкость, но вот давление в системе создается не механическим насосом с приводом от, соответственно, коленчатого вала через ременную передачу, а электродвигателем. Самих случаев выхода насоса из строя, пожалуй, что не было зарегистрировано. Система, в принципе, работает нормально. Единственная особенность – электрогидроусилитель включается в работу не сразу после запуска автомобиля, а с первым движением руля и может возвещать о своей работе характерным писком, который некоторые очень хорошо слышат. Патологией это также не является, и практически на всех автомобилях, в том числе на соплатформенных дастерах, где используется та же самая конструкция рулевого управления, этот писк электроусилителя при работе присутствует. Так что про эту особенность просто нужно знать при покупке такого автомобиля.
Итак, какие выводы можно подвести под все вышесказанное? Стоит ли рассматривать Renault Captur для покупки себе, либо нет? Конечно, стоит. У этого автомобиля, по большому счету, нет никаких противопоказаний, поскольку в основе этой машины лежит Renault Duster, который уже, так скажем, неоднократно проверен многими автовладельцами и нашими дорогами. В данном случае в активе Renault Captur энергоемкая хорошая подвеска, которая позволяет с комфортом перемещаться даже по нашим направлениям, там, где с хорошими дорогами напряги. Кроме того, эта машина имеет простую агрегатную базу. Оба двигателя надежны, способны отработать в очень большие пробеги далеко за 250-300 тысяч километров. Ну а по коробкам передач все будет зависеть от регламента их обслуживания. С учетом того, что эти автомобили имеют хорошее качество окраса и не склонны к ржавлению, мы имеем практически идеальный кроссовер. Тем более в случае с Каптюром он еще и имеет вполне симпатичный и современный внешний вид. Кстати, при прочих равных Каптюр зачастую имеет комплектацию побогаче, нежели Дастер. Более простой собрат по конвейеру. Поэтому, если вы смотрите для себя относительно свежий кроссовер, и при этом вас куда больше заботит срок эксплуатации этого автомобиля без проблем и серьезных финансовых вливаний, нежели чем время разгона до сотни и максимальная скорость, то вы по адресу. Renault Captur вполне может оказаться вашим рациональным выбором. Ну вот и все на сегодня. Если наш обзор был вам полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Не забывайте указывать в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Ну а также, если у вас есть Renault Captur и вы проехали на нем, скажем, 100, 150 или 200 тысяч километров пробега, и вам есть в чем нас поправить или чем нас дополнить, пишите в комментариях. Людям, которые выбирают себе подобный автомобиль, именно ваш комментарий может оказаться очень полезным. Спасибо за просмотр. Хорошего дня. Пока.